В комнате на последнем этаже, в той, что с балконом. А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. А теперь, друг мой Дода, я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Хе-хе. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. Выпотрошу, шлюшка! Где казна Ройлина? Выпотрошу, шлюшка! Где казна Ройлина? На колени! Око за око! Они идут. Дуду, вот что мы сейчас сделаем. Мочите девку! Я говорю правду. Что с Дудо? Не знаю, твою мать! Пропал! Как в воду канул. Что стало с девушкой? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива, клянусь тебе! Скажи что-нибудь еще. Я... сказал все, что знаю. Все. Ты обидел девушку, которую я ищу, и пытал ее друга. Она напала на меня. Я защищался. Умоляю тебя. Я уже получил свое. Пощади. Прошу.
Я не палач. Спасибо тебе. Я отблагодарю. Это мой город, и... Заткнись. Знаешь что, я вот думаю, что скажут твои друзья из Большой Четверки, когда узнают, что ты... Эй, погоди. Ты о чем? Подожди! Если ты закончил свои дела, время отблагодарить Его Величество. Родовид ждать не любит, а? Не любит. Пойдешь с нами. Корабль Его Королевского Величества Аксенфур Тритагор. Жемчужина Риданского флота. Сейчас, правда, выведен из эскадры. Красивый корабль. Оставишь здесь оружие, потом поднимешься на палубу. За мной. Этот корабль был построен на пожертвование дворянок. Женщины самых знатных родов отдали на него свои украшения. Во внезапном патриотическом порыве? Бездомный... Вот и ты. Чего ты хочешь от меня, король? Ты никогда не любил лишних слов. Я хочу, чтобы ты нашел мне Филиппу Эйльхард. В свое время я приказал выколоть ей глаза. Но слепота ей, кажется, не мешает. Мои охотники обнаружили, что госпожа Эйльхард пребывает в убежище к востоку от Аксенфурта. Вход в укрытие она защитила чарами. Значит, внутрь пройти непросто. Но ты сможешь, я знаю. Приведи мне ее живой. Раз уж Филиппа скрывается, пользуясь магией, отправь за ней чародеев. На чародеев мне рассчитывать не стоит. После событий в Лок-Муинне наши дороги разошлись. Может, от того, что ты собрал их в одном месте и приказал уничтожить? Ты забываешь, как все было. Они собрались, чтобы воскресить Капитул, который сами некогда уничтожили. Я был готов выслушать их предложение. Прочие властители тоже. До тех пор, пока некий ведьмак не сообщил, что за убийствами королей стоит ложа. Чародеи оказались предателями. А ведьмак оказался хорош в выслеживании предателей. Отправляйся в горы и приведи мне Филиппу Эйхард. Спасибо. В жизни не видел лучшей стали. Безотказный клинок, а? Дело в руке, а не в стали.